Короче, очень длинное название у игры. Назову ее просто Тени Тун. Как мультик. Настройки сделал, Vexel Real не смог свое имя здесь зарегистрировать. И оказывается, тут уже есть какой-то Vexel Real. Ты что делаешь, гад? Верни мне мой ник. Или это я когда-то давным-давно зарегистрировался, или не помню. Ясно, ладно, короче. New Game, да. Что тут еще есть? А где тут в опциях Inter Escape? Music. Gameplay. А есть язык? Изменить язык на русский. Есть, нету. Аудио. Пуш. Пуш. Что толку? Вон. Voice chat volume. Не нужен мне никакой voice chat volume. Keyboard mouse. Блин, походу нету, видимо, языка, да? Ладно, будем как-то так справляться с Social Select характер. А что за Select характер? Command. Assassin. Команду. Ладно, пускай будет команда. New game. Все, хочешь послушать историю? Я тебе сейчас расскажу. Ты офигеешь от этой истории. Значит, была грязная бумага. На ней что-то рисовали. Космические корабли, Пандора. Что-то знакомое название Пандора. Прям навевает на аватара, прям. Был какой-то Джек. Мне не интересен этот Джек. Мне интересно, как пропустить ролик Ника. На планету напали роботы. Джек с бандой попытались нанять какого-то мужика военного. Горил в фуфайке, который пальцем тычет куда-то и все. Ну и, конечно, у них в компании ненормальная девочка. Шляпник там и заяц, это этот, Алиса в стране чудес, да? Так, снайпер какой-то всех пожахал. Он плачет, когда всех убивает. Плачущий убийца. Элли, механик. А, это он объясняет, наверное, про, видимо, характеры персонажей, кто здесь есть. За кого можно поиграть, я так полагаю. Ну, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Ну, ролик пропустить нельзя, поэтому играем. Смотрим, точнее, что играем. Смотрим. Смотрим, удивляемся и радуемся. Улыбаемся и машем. Так вот. Ну, что-то произошло, Виктори, не Виктори, ну, короче, они ушли, всех побили и пошли. А чуваку маску поломали. И он такой рукой показывает, ну, что вы сделали, я за маску денег заплатил, а вы сломали. Роланд на букве Н улетели. А история оказалась враньем, вот так вот. Все просто. Так, история продолжается, да. Ясно. Нифига кораблик униз, у них какой огромный. Графика какая-то странноватая. Наполовину мультяшная какая-то. Мультяшно-реалистичная, да? И кубики у них ненормальные, не квадратные какие-то. Тина, вот она Тина. Это вот эта вот маленькая девочка, это Тина, да? Ну, короче, маленькая убийца, сумасшедшая. Она еще и главная героиня, да? Супер. She's right, though. Shut up. Well, our vault hunting buddies beat the slamma jamma out of that Hyperion informant downstairs. I thought we could play a game. Now, pick your characters. You got the Necromancer, the Commander, Necromancer. The Tyrant. Вот Necromancer, я понял, что такое Necromancer. And she is the prettiest.
Ну и что? Что, этот ролик тоже нельзя пропустить? Да вы прикалываетесь или что? Я сколько тут буду ваши ролики смотреть? Сейчас мой ролик к концу подойдет, пока я тут закончу. Тина, Роланд... You know Roland's not coming, right? He's not here anymore. Here anymore. He's probably running late or something. We'll just start now. So, like I said, roll for initiative, sucker! Ну, название игры Тина. Тини Тинас Assault on Dragon Keep. Надо выбрать чувака. Player One. Zero. А что лучше? Давай Zero возьму. Возьму Zero. Уй, мама. You arrive at the docks of Flame Rock Refuge. Тап апдейт какой-то. Role-playing game. Тут есть карта. Ладно. От первого лица получается, да? Ну, как-то так пока что красиво, хорошо. А как биться? Так, сундучки. О, отлично. Что берем? Это у нас винтовочка. Switch weapons. Только что-то дерганое, подожди. Немножко мышку поменяю. Так. Да все подбираем. Наверное. Оранж. Нету тут никакого оранжа. А это что такое? Шпиты. Блин. Хорошо бы понимать, что это такое. Я не понимаю. Ну, патроны, какие-то щиты, что тут еще есть? Давай еще откроем одну. Кстати, прыгает высоко. Ну, это очень похоже на амуницию. Так, сундуки я открыл все. Rolling Player Game. Level 3. Это миссия какая-то, да? Head to Frame Rock. Ага, я так и понял, что мне делать, непонятно. Блин. О, миссия на карте вижу. Вооружение мое. Это мой рюкзак. Это какой щит брать, типа? Это я могу выбрать пистолеты, да? Так, подожди, еще немножко, что там дальше? Скиллы какие-то есть. А, ну вот, я выбрал ассасина, походу, да? Скиллпоинтсов 0. Есть у меня несколько, так, снайперские скиллы. Что тут такое еще? Блуд, непонятно. Бардак, ранг бардака. Так, это что такое? Слишком ядрено все бегает. Так, слушай, карта-то не маленькая, вроде бы как. Первое путешествие. Так, бегаю. Прыгаю. Только от третьего лица Option Skateboard Mouse. Space. Так.
Файл Япон, Релот, Мельгрин, что-то там еще. Так, от первого secondary use active skill, show status, text, drop weapon, push talk. На Т, trade items, show, challenge. Reload, aim, так, та-та-та-та, sprint, jump, rotate. Не, наверное, все-таки только от первого лица будет игра. Ну что, побежали на точку. Вроде как оружие собрал. Прыгает высоковато довольно. Графика странноватая. Могилка чья-то. Чья-то расшарил чью-то могилку, да? Ну, баблишка выпадает из могилок. Прям замечательно. По доллару. На враги будут. Прям какой-то... Интересное. Я что-то не припомню, чтоб я слышал про эту игру. Лучник, да ты прикалываешься? Надо, наверное, ближе к нему подойти. Что-то мне издалека. Смотри, ты попал. Да ты оборзел. Здоровый какой парень. Господи, еще один. А че у меня такое оружие слабое? Не нравится мне этот автомат. Еле стреляет. Новый какой-то. Дэмэдж еще меньше. 83-84. Да нафиг он нужен, блин, еще меньше дамаг. Это что такое? Ты что? Не знаю, что это. Там уже он лучники меня ждут, блин. Вот же ж, зараза, надо и от лучников уворачиваться. А, попал, ну. Его, наверное, лучше в ближнем бою убивать. Level up. Так. Единственное, конечно, непонятно, что, но почему без русского языка. Ну, понятно, почему, ну... Мне сложновато будет. Так, у меня левел поднялся. Next level. Мили дамэдж плюс 650, ган дамэдж плюс 200. Хорошо. Еще могу что-то сделать. Critical hit damage. Зум. Снайпера будем развивать. Тут прям местность большая. Можно... О! Чуть-чуть полегче стало прям. Сразу увеличился урон. Так, кто ты? А что я сделал только что? Я какой-то скилл вырубил. Ну-ка, дождемся. Goodbye. Это что такое только что было? Я не понял. Я выпустил какую-то свою тень, которая еще и воевала, похоже, за меня. Надо ее запустить, когда враг будет. Посмотреть, что будет. Корабли причалили.
А что это за пистолетик? Возьмем. Вроде получше. На корабле ничего интересного нету. You get close to the entrance to Flame Rock Refuge, but suddenly... Ишь ты, ё-моё! Дракон! Обалдеть, блин! Ты... Your mission is... Ух ты, ё-моё! Чё это было-то? Tina, you can't start your campaign with a boss fight. Players can't win. А как вообще эту тварь убить-то? Так, я ничего не понял, что только что произошло. How about a new boss? He's a skeleton. And his name is... Mr. Bony Pants Guy? I am Mr. Bony Pants Guy. Мистер Бонни Панс, чё? Ну иди повоюй с ними. Чё-то он быстро закончился на этот. Ну прям начало не из легких, если честно. Что-то фиолетовое я видел. Это что? Челлендж комплит. Бадас ранг. Что-то там подобрал, не знаю что. Что-то подобрал. Короче, как бы так, уныло немножко, скучно в самом начале, но мне кажется, тут будет интереснее. Разброс у него очень большой. У него. А чё опять урон такой слабенький? Ё-моё. Где там моё вооружение, блин? Ну, давай, допустим, с этим поменяемся. Ты кто такое? Иди дерись. А, ну там же ж не дерется. Ой, это походу этот босс, который мистер Бонни Пенс Гай. Вот он, смотри, тут босс есть какой-то. Шибедик. Да что ты такая живучая, а ты козявка, ты, ё-моё. Так нормально с тебя вывалилось. Нормально так с него повыпадало. 6 кристаллов каких-то. Так. Это тоже такое. О, с прицелом что-то появилось у меня. Я не могу подобрать. У меня полная. Полна коробочка. Я знаю, почему с самого старта уныло. Потому что музыка не очень тут. Я ему башку отстрелил, прикинь. И он не знает, куда стрелять. Класс. Вот это было прикольно. Ты что, отрастил голову? Ха,
знаешь, ты знаешь, вот, ну, по чуть-чуть начинаю входить во вкус. Так, карта. Ну да, вижу. У меня уже приближаюсь к цели. Приближаюсь к своей цели. Но я вижу тут еще кучу сундучков. Я бы не сказал, что графика тут радует глаз. Какая-то странноватая. Не люблю такую, но... Баблишка, 2 бакса. Это, понимаю, амуниция. Так. А чё тебя так колбасит, боже? Кто-то еще выбежал, смотри. Мечами кидаются, ну. Оборзели парни, блин. Совсем уже от рук отбились. Ну, долго я, ты ж знаешь, как обычно. Долго смотреть не будем, но сейчас трохи поглазеем на это, на все. Блин, его капец его колбасит, короче, когда я... Ну, смотри, как мишень шатается. Это не я шатаю, это его так колбасит, жесть. Так. А ты выбежал, а я зайти могу? Походу, не могу. Вот там, стой, там на корабле что-то есть. А что такое, я не понял. Загорелось какие-то... Так. Ваш инвентарь полон. Ну хорошо, и что мне делать с полным инвентарем? Дроп. 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 Это что такое? Скин какой-то? Ладно, пока не понял. Ух ты, смотри, дамэдж. Так, подожди. О. Это можно вообще... Подожди-ка. Нет, это дроп. А на пустое место мы оденем эту штуку. Вот так вот. Угу. Блин, короче, эти текстуры просто ужасные. Упираешься, блин. Ну, нормальная пушечка. Хорошо так бьет. Дальнобойная и урон неплохой. О, а чем ближе, еще и урон больше. Класс. Ну какие-то, слушай, как будто бы эти. Ой, мама, ты куда? Жесть просто. Взял, свалился в воду. Прыжки тут очень большие, и они какие-то такие неуправляемые. Прям летит, подлетает немножко, как будто бы этой нет. Силы притяжения вообще, гравитации. Летишь непонятно куда. Что тут вкусного? Так, ладно, тут чё? Угу. Короче, в места, где они, я не захожу. Подожди, у меня там, по-моему, что-то со скиллами связанное. Па-па-па-па. 2 скиллпоинта есть у меня.
Я могу увеличить критический дамаг. А здесь что? Релод, скорость. Так. Перезарядки. Плюс здесь веб спид. Не знаю, что такое. Counter-Strike Damage. А это что такое? Ближний бой? Не, ближний бой пока точно не хочу. Давай вот увеличивать это. Давай так. Пока будем качать стрелка. Тем более, тут смотри, как издалека все. Давай-ка стрелка покачаем. Надо хоть до цели добраться, до миссии. Что тут вообще делать, непонятно. Меня музыка угнетает. Она такая какая-то... Как будто бы кого-то хороним, блин, ей-богу. На. О, там какая-то тварь. Серьезная причем. Так, что не понял я, почему мигать начинает эта штука. Каменный голем. Не такой уж он и серьезный, конечно. Ладно. Слабак он, подойдем поближе к нему и потом взорвем. Там сверху сундуки вижу. Сундуков много. Так, значит, полная. Это еще не полная. Как мне забраться наверх? Не могу. Я ж вижу там сундуки. Ладно, бог с ним. Это что? Автомат какой-то? Нет, спасибо, не нужно. У меня покруче. Так, пойдем голема жахнем. Мне, наверное, в другую сторону все-таки, да? Да, в другую. Блин. Ну, голема хочется убить, если честно. Сейчас убью голема и пойдем задание посмотрим, где он тут стоял, этот голем. А что тут за война без меня? Поможем голему. Нормально так он их раскидывает. Ой, смотри-то они оживают. Ладно, ты пока повоюй. Мне прям интересно даже, кто победит там. Это походу справляется нормально. Так, слушай, а их-то все больше и больше. Дай-ка я голема добью. Еще один, да ё-моё. Это бесконечный, что ли? Ой-ё. А он серьезный парень. Я смотрю, что он как бы не собирается сдаваться, он появляется по новой, да? Что это такое? Кристалл Серафима какой-то. Что, он опять появится сейчас? Сколько он тут навалял этих... Это что за штука? Мне ж явно не сюда. Может и сюда. Не появился он повторно. Подожди, я там кое-что подобрал. На хуже.
Надо добраться. Go to Flame Rock Refuge. A rolling playing game. RPG-шку играем. Под землей вылазят. Заразы такие. Хорошая пушка, мне она нравится. Просто я доволен ей. Где лучник? Скелетон второго левела. Давай-ка скелетона второго левела жахнем. Ой, он тут не один, я смотрю. А там опять с големом лупятся. Ну пускай, пускай. Я не буду их трогать. Амуниции пока дофигища. Хватает. Смотри, бронированный скелетон. Толком ничего не дал. Может быть, опыта хорошо насыпал. Я не в курсе. Не следил за этим. А, это прям какой-то мощный сундук. Так. Что здесь? Какие-то винтовки, которые слабее. Нет, винтовки мне точно не нужны. Это место, где я был. Я оттуда пришел. Ну чё, голем, помочь тебе умереть? Что за штука? Что она делает вообще? Сохранение или что это такое? А вот моя миссия, цель моей миссии. Так, я не понял, почему. Ясно. Ну давай, войдем. Дошел до миссии все-таки. До чего-то дошел. Ну я ж пока разбирался, что я. Подожди еще минутку. Дай-ка в опциях полажу по видео. Что там? Может, что-то можно. Windows Mode Resolution. Ну, я вроде тут все включил на полную. Color Blind Mode. Не знаю, что такое. Не включал. И Depth of Field тоже не включал. Не знаю, что такое, если честно. Поэтому не включал. Field of View тоже не знаю. Что это такое? О. Ну вот это в принципе. Это не знаю, что такое. Нет. И что я вошел в миссию? Что дальше? Что? Покажи тут у меня по карте, куда мне дальше двигаться. Там магазин. То я в какой-то, походу, зашел.
enter the town of Flame Rock Refuge. In the distance, you see the town's scouting blimps, always alert in case of battles and stuff. В убежище в какое-то свое зашел, видимо. Let's talk to some town folks. A grand idea. Все по полной. Лечилка, кстати, есть, только не знаю, как лечиться. О, тут и музыка повеселее стала сразу. И приятнее играть-то стало. Press J to grenade. Гренейт есть. У меня есть гренейт. Отлично. Гренейт — это очень хорошо. Так, патрончики фул. Это что такое? Пистолет какой-то. Ладно, возьму. Пускай будет. Потом, если что, продадим. А здесь чего? Непонятно. И выход на карту есть. То бишь здесь вот я по магазинам могу отдышаться, купить что-то, потом выход на карту и пошел мочить скелетонов этих пачками. Да? Я прав? А где, кстати, хоть какой-то магазин увидеть? Где они там, на той стороне, что ли, все? Пойду схожу. Деньга у меня. Flame Rock. Вот. Я пришел куда надо. Please wait. О, тут и народец какой-то есть. Ну, это, тут, я думаю, надо разбираться подольше. С этим народцем подходить, смотреть. Тут, может, какие-то есть и апгрейды что-то делать. Может, шмотки там, оружие. Это все не одним днем делается. Может, магазины. Раз, два, три. Какой-то шкафчик, возможно, мой. Да? Четыре места пустых. Не знаю, что это такое. Может, хранить какие-то вещи, только он очень сильно маловат. Может, его можно потом апгрейдить еще. Тут он со всеми можно, видимо, поговорить. Нет, это я ничего делать не буду, потому что пора уже как бы заканчивать. Ролик. С этим мы разберемся в следующий раз, хорошо? Хорошо. Так что все, на сегодня у меня все. В принципе, прикольно. Вот сразу как-то так себе, а потом что-то втягиваешься и интереснее играть становится. Так что можно попробовать поиграть, можно. Я не против. А у меня пока что все. Увидимся в следующий раз. Пока.